Міжнародна спільнота вже відреагувала на події в Грузії. Країни Балтії заявили, що Грузія має дотримуватися принципів демократії, якщо хоче йти до ЄС і НАТО. Сполучені Штати натякнули на можливі санкції проти Грузії через суперечливий закон про іноагентів. А Жозеп Борель наголосив, що цей закон несумісний з цінностями та стандартами ЄС. І для того, щоб ще докладніше розбиратися у тому, про що цей законопроект, що відбувається в Грузії, ми долучимо до нашого ефіру експерта Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАТ Грузії Вахтанга Майсая. Пане Вахтанге, добрий день. Добрий день. Вітаю з Грузії. Слава героям, слава Україні. Слава Дякую. Грузії, героям слава. Слава Європі. Слава Європі, погоджуюся з вами. Пане Вахтанге, то про що ці хвилювання і мітинги в Грузії в першу чергу? Лише про цей закон чи про прагнення народу Грузії до євроінтеграції? Так, я хочу вас ще раз привітати. З вашого дозволу я перейду на русский язык. Сожалению, мой український не очень-то хорош. Та-та, прошу. Я должен сказать, что в конце февраля члены грузинского движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта. Первый – это об иноагентах, о прозрачности иностранного влияния, и второе – о регистрации иностранных агентов. То есть оба, так сказать, обе инициативы являются фактически копированием, как говорится, русского варианта об иностранных агентах. Фактически здесь главная, так сказать, основа этого, говорится, что в проекте закона о прозрачности иностранного агента, который был принят вчера, к сожалению, значит, на пленарном заседании парламента, в попыхах, так сказать, этот закон был принят в первом чтении. По этому проекту, значит, агентами иностранного влияния признаются некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. Это фактически пока еще не касается организаций, основанных административными органами или спортивных федераций, но это, как говорится, это можно исправить, потому что уже во втором и третьих чтениях можно как раз внести соответствующие изменения. То есть организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. А в случае, так сказать, если они, как говорится, будут попирать этот, как говорится, принцип, то они будут оштрафованы. Вот минимальный штраф это составляет от 20 и до 20 тысяч лари. Это грузинская, так сказать, по грузинскому, так сказать. Да, это грузинская валюта, что приблизно 10 тысяч долларов, десять так, 9 долларов, да, абсолютно, да. Да, но если эти условия тоже будут нарушены, тогда вот смотрите, вот у меня вот этот закон, проект, как вот я сейчас показываю, так сказать, в оригинале. По этому закону статья 9, 6 пункт предусматривается другие законодательные акты, соответствующие акты, если будет нарушено первый, так сказать, пункт процедуры. То есть здесь уже не прямо говорится, а фактически будут применяться уже уголовное преследование, как в России. В России, как вы знаете, если лица, которые и физические лица, и юридические лица, которые будут нарушать вот эти процедуры, вот первичные процедуры, да, то они будут еще, так сказать, пойдут по уголовному ответственности от 3 до 5 лет. То есть по грузинскому законодательству за такое нарушение, если там ты не будешь платить штраф, у нас предлагается от 2 до 3 лет. Вот представьте себе, вот этот пункт, 6 пункт, как раз прямо, так сказать, скопирован с российского законодательства, и уже уголовная ответственность как раз будет очевидным фактом. Хотя об этом авторы закона лукаво, как говорится, якобы, так сказать, прямо не говорят. Но вот этот 6 пункт как раз предусматривает вот данные, как говорится, дискриминационную диспозицию. Так что это во-первых. Да, во-вторых, по второму, так сказать, варианту о влиянии иностранного агента, там создается специальный реестр, как один к одному, как и по российскому, так сказать, законодательству, которое было принято, если не ошибаюсь, в 2016 году. И там абсолютно, как говорится, фиксируется, что ты должен написать, что ты являешься иностранным агентом. Фактически, если мы будем смотреть в контексте национальной безопасности, то это фактически уже, так сказать, идет по пункту политический шпионаж. То есть здесь уже, как говорится, юридически дается соответствующий, так сказать, ярлык политического шпиона. Зрозуміло. Що хотів вас запитати,
Автори закону і влада Грузії каже, що вони скопіювали фактично цей закон із американського. Ви ж знаходите там точні копії російського закону. Разом з тим, президентка Грузії знаходиться в Сполучених Штатах, і в той час, коли вона там, проводять це голосування дуже швидко. Ви теж про це зазначили. А його мали проводити, наскільки мені відомо, 9 березня. Чому такий поспіх? Тому що вони знають, що президентка проти? Ну, во-первых, дело не в президенте. Во-вторых, они хорошо знали, что президент этот закон ни первый, ни второй не примет и поставит вето. То есть это было известно заранее. Главное было, что, чтобы как-то вот, значит, как-то, я бы сказал, чтобы протестная волна не была высокой. Потому что если 9 марта этот закон вышел бы, так сказать, на пленарное заседание, то людей было бы гораздо больше. И, ну, несмотря на это, даже вот в таких попехах, которые сейчас было были приняты эти вот первые, так сказать, я бы сказал, первый акт этой инициативы, в первом чтении, да, и тогда уже люди собрались большой, так сказать, большей частью, было перекрыто весь, так сказать, площадь Руставели, или примерно там, если не ошибаюсь, 20 тысяч человек собралось перед зданием парламента. И что заставило, так сказать, правящую партию Грузии принять соответствующие силовые методы для разгона демонстрации. Вот можете представить, что они хотели как бы для себя сделать лучше, а вышло как всегда. То есть они хотели просто, чтобы обмануть, так сказать, массовое сознание, массовых людей обмануть, чтобы, так сказать, во время принятия сказали, что этот закон будет приниматься 9 марта, но вдруг как раз после, значит, после заседания бюро, они сразу же внесли уже тот же день, чтобы как-то вот меньше людей, так сказать, опротестовали этот данный, как говорится, незаконный, неконституционный, я бы сказал, акт. Так что даже это не помогло им. Сейчас, как раз на данный момент, уже 5 часов уже, так сказать, по грузинскому времени, или 5:16, и уже, так сказать, в 7 часов было запланировано большой, так сказать, митинг. И сейчас уже 5 часов, уже, как говорится, собралось не менее 20 тысяч человек у здания парламента. И сегодня был и женский протест, женский марш, так называемый, и студенческий марш. То есть сейчас уже к 5 часам или 5:30 по тбилисскому времени уже собралось достаточно большое количество митингующих. Не говоря, сколько придет еще в 7 часов, ну, самі розумієте. Зрозумів, тоді не буду запитувати, чи породиться ще хвилю протестів. Хочу запитати, наскільки сильно такі дії влади, якщо вони продовжать розганяти мітингувальників водометами, сльозогінним газом і навіть десь зазначалося про резинові кулі, наскільки сильно це може відкинути Грузію від євроінтеграції? Які наслідки це за собою поведе? Да, ну никакие там, я бы сказал, горячие газы и водометы не помогут, так сказать, правящей партии, потому что если сейчас придет большое количество митингующих, а их будет там 30 тысяч, 50 тысяч человек, то даже эти меры не помогут правящей партии, чтобы, так сказать, применить такие силовые, так сказать, метод разгона демонстрации. Еще второе хочу подчеркнуть, что все абсолютно представители, которые сейчас выходят на митинги, они имеют высокую политическую культуру и высокого политического понимания. Вот самое главное, не дают властям, чтобы пойти на их провокации. Вот вчера, например, некоторые там, не знаю, кто бросал это, коктейль Молотова, но это было тоже провокацией и со стороны так называемых тетушек, прямо можно сказать, потому что если там митингующие планировали, значит, устроить настоящий, я бы сказал, как они, как правящая партия говорит, Майдан, типа того, в Грузии, то там было бы не 2 и 3 молотого, коктейля Молотова, а было бы даже 30 и 50. А мы только видели 2, так сказать, броска коктейля Молотова, и этим все закончилось. Понятно было, что это было сделано с провокационных, так сказать, точки зрения. Да? Так что на данном этапе как раз создается очень нестабильная ситуация. Уже, так сказать, все части населения уже выходят на протестную волну, даже уже в многих городах Грузии уже это обрело массовый характер. Уже во многих городах Грузии выходят против этого закона, потому что этот закон противоречит Конституции Грузии и противоречит основам внешнеполитической ориентации нашей страны. То есть это фактически является конституционным переворотом или попыткой конституционного переворота.
Що ж, пане Вахтанге, дякую вам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ми вболіваємо за народ Грузії, і ми вдячні вам за те, що ви допомагаєте нам у нашій війні. Ми вдякуємо вам за грузинський національний легіон. Ми дякуємо за всіх добровольців, які воюють тут в Україні. З нами на прямому зв'язку був експерт Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД із Грузії Вахтанг Місає.